Друзья, всем привет! Вы на канале Азия-Китай, с вами Андрей. Сейчас я нахожусь у магазина, вот рядом с такими классными манекенами, где выставлены классические мужские костюмы. И в чем вообще фишка, спросите вы? А фишка в том, что это квартал, где расположено множество магазинов, где портные шьют костюмы и одежду на заказ. Это совсем вообще не дешевое удовольствие. Костюм такой выйдет вам как минимум 50 тысяч рублей. Примечательно, что многие портные здесь, даже в Китае, либо индусы, либо же имеют какие-то индусские корни. Ну, наверное, это такая национальная их особенность. И, собственно, вот за этим сегментом, за качественными тканями, за хорошим пошивом, за индивидуальными заказами стоит ехать в Китай. Что касается многих других товаров, их можно найти онлайн на площадке 1688, о которой я уже рассказывал. Если вы не смотрели это видео, кликайте на подсказочку и смотрите о том, как искать товары из Китая онлайн в 2021 году и как работает эта площадка. А сегодня я вам расскажу о том, как далее заказать товар после того, как вы нашли что-то интересующее и подходящее на этой онлайн-площадке. И давайте разберемся, что вам следует делать далее и как осуществляется заказ товара из Китая в 2021 году. В первую очередь вам нужно определиться с количеством товаров и с тем, что именно вас интересует. Так как стоимость будет напрямую зависеть от партии. Причем не только от партии самого товара, самой продукции заказа, но также и от его веса, от его объема. Соответственно, это скажется и на стоимости доставки. После того, как вы определились с количеством товара, с партией, со всеми необходимыми параметрами и уже знаете, что вы будете закупать, вам необходимо написать мне в директ в Инстаграм. В Инстаграме, в личку, мне необходимо сбросить контакты продавца, либо же ссылку на интересующую вас продукцию. Например, вот вы нашли такие стулья и говорите мне: Андрей, я хочу купить 100 вот таких вот столов, комплектов. Далее, мы с вами немножко пообщаемся, я вам расскажу про условия непосредственно сотрудничества. Я работаю исключительно по предоплате. Предоплата символическая составляет всего 100 юаней, либо же 1000 рублей. Это гарант того, что вы серьезный покупатель, что вы действительно бизнесмен, а не просто человек, который захотел что-то выяснить, потому что, ребят, всю информацию я рассказываю в своих видео о ценах, о продукции, о том, как ее искать в Китае, об этом вы можете узнать на моем канале. Если же вы действительно захотели что-либо приобрести, то вы мне присылаете контакты продавца, контакты магазина, носите символическую предоплату, после чего я со своей стороны, со своей командой китайцами выясняю все условия продажи, условия доставки и всю необходимую информацию. Сейчас я попал в студенческий городок, здесь вот информация как раз таки в тему об образовании за рубежом. Также китайцы даже сейчас в ковидное время 2021 также ездят по разным странам и в том числе в Россию. Потому что Россия очень интересный для них партнер, где можно реализовывать свои товары. Итак, если вы уже определились со всем вас интересующим, то есть у вас есть четкое понимание того, что вы покупаете, в каком количестве, когда вам нужно это получить, то вы пишите мне, присылайте всю необходимую информацию о поставщике, которого вы нашли. Что касается самого заказа, это все происходит элементарно и просто. Если есть вся необходимая база, то сам заказ осуществляется буквально в течение суток. Что касается оплаты, точно так же за продукцию из Китая необходимо будет внести полную предоплату. То есть вы нашли продавца, у него стоимость товаров, например, 10 юаней за условные какие-то чехлы для айфонов. Товар пользуется популярностью, действительно, и можно найти их по классным ценам. Далее вы прислали мне все необходимое, я связываюсь с продавцом, после того, как я уже получил предоплату. Мы выясняем условия отгрузки, сколько займет времени партия, отгрузка этой партии, заказа. А далее я вам передаю всю эту информацию, вы переводите уже оплату. Оплата происходит исключительно в юанях на счет в китайском банке. Как все это сделать, я вам точно так же расскажу, в этом ничего нет сложного. И лимиты там довольно-таки хорошие, можно это все осуществить в короткие сроки.
Что касается моей комиссии, с заказа я беру 15% от стоимости товара, это моя комиссия. Те 100 юаней, либо 1000 рублей, которую вы предварительно оплатили, как гарант того, что вы серьезный покупатель, они вычитаются из этой суммы, из моих 15%. Все, далее вам я помогаю открыть код непосредственно в карго-компании, чтобы вы могли контролировать товар, когда он едет в пути, где он находится, непосредственно общаться с менеджером лично. И также за товар, за перевозку, за сохранность отвечает уже карго-компания. Всем своим клиентам я рекомендую страховать свои грузы. Это стоит, как правило, всего 1% от стоимости страховки, но оно того стоит, потому что ситуации, к сожалению, бывают разные. Груз может потеряться, может разбиться, и поэтому страховка вам нужна как гарант того, что вы в итоге не останетесь в дураках. В общем и целом, с заказами товаров из Китая оптом в 2021 году нет никаких сложностей. Я занимаюсь заказами от $500, меньше мне, к сожалению, не интересно, либо же будет уже другая моя комиссия, и это будет вам невыгодно. Поэтому, чтобы мы не тратили ни мое, ни ваше время, ознакомьтесь со всеми условиями еще раз, посмотрите видео, я думаю, все изложил понятно. Если у вас есть какие-то вопросы, я всегда оперативно отвечаю в Инстаграме, напишите мне: «Андрей, скажи, интересует то-то и то-то», и я вам дам дополнительную информацию. Ну что ж, друзья, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Желаю всем хороших покупок из Китая. До скорых встреч. Всем пока.